помещение для содержания змей. Приют. В конце ум. Инкубатор. Если в конце ум, какой же там инкубатор? Алексей. Давай. Можно, да, начинать? Здорово, я Жека Ширяев, это канал Негодяй ТВ. Сейчас меня снимает профессионал Андрюха Туромша, поэтому горизонт никуда не уйдет. Будет, все будет четко по съемке. Андрюха, прикосновение тебе, спасибо тебе, что ты есть сегодня здесь. Бонжур, можно вас, мадам? Все как обычно, сейчас самое главное выцепить кого-нибудь, кто захочет пообщаться с нами. Здравствуйте, уделите нам минуточку. Нет, неохота. Да, народ не понимает, что делать-то мы будем. Мы будем задавать им вопросы простые, платить бабосы за ответы. Никого нету, никого нет. Все, отцепили, милиция отцепила весь сегодня центр Санкт-Петербурга, потому что приехал какой-то там этот самый мужик какой-то приехал из Германии. В общем, народ не высовывается, все боятся получить дубинкой по башке по ходу дела, сидят дома все. Никого, нихто, найн, ухтан, ибан. Да, бонжур. Я Жека. Алексей. Ла по-франце. Досуман. Кюс-кюсе. Дувес. Комбе сава. Коуман. Откуда столько образованности у вас нынче, Алексей? У меня два высших образования, второе незаконченное, после армии. Ебаку, это все чистая откровенная правда. Я работал на Марата 8, в спеццентре на Марата 8 по оборонной технике. Что случилось, Алексей? Поругался с матерью. Выгнала из дома? Да. Уже бомжую. Годиков-то сколько? 34. 35 в этом году будет. 86 года. Бомжуешь? Да. Пьешь? Да. Алкаш? Да. Наркотиков ненавижу. Даже марихуану? Нет. Алексей, у нас шоу веселое, бешеное, симпатичное на Ютубе. Я задаю тебе 5 вопросов. Отвечаешь на них правильно, я даю тебе 1000 рублей. Давай. Ну, с двумя-то высшими образованиями ты по-любому все красиво давайте, сделаешь. Давайте. Are you ready? Are you ready? I hope you're ready. Сабабья? Окей. Для какого товарища была похищена комсомолка? Спортсменка? Причем была похищена четырехглазом? Кавказская пленница. А для какого товарища? Я не понял правильно ответа его, который был... Товарищ? Товарищ. Спортсменка. Спортсменка. Комсомолка. Комсомолка, спортсменка, комсомолка. Кто был? Фамилия товарища? Я врать не буду, я не помню. Это кавказская пленница. Правильно, все верно. А играет этого человека кто? Этуш, Этуш. Я правильный ответ не знаю. Товарищ Са. Сам. Сак. Не помню ответ. Это кавказская пленница. Это кавказская пленница. Комсомолка. Спортсменка, комсомолка. А это замуж выйду за нее, он говорит. Да, да, да. Са, товарищ Са. ССБ, ССБ. Са. Са. Бедов, да? Сахов. Сахов. Поехали дальше. Помещение для содержания змей. Приют. Змеи, всякие ящерицы, всякие вот эти вот млекопитающие. Африка. Нет, пространство, где они тусуются, когда они в зоопарках находятся. Если... Зоомагазин. Нет. Что ж такое-то, а? Как же так тебе подсказать-то, что... Инкубатор. Да нет, какой же инкубатор? Змеи. Змеи и все вот эти ящероподобные твари, они находятся вот в этом... В ящике. Да нет, не в ящике. Но я ответ я не знаю. В конце ум. Инкубатор. Да если в конце ум, какой же там инкубатор? Алексей. Я отвечать не буду. А какое, какие два образования у тебя, Алексей? Технологические. Так а что ты на работу-то не пойдешь никуда? Ну просто я поругался с матерью, я очень сильно бомжую уже полгода. Так а слушай, а что бомжевать? А пойти на работу, стреляю там, на... хостес там? Стреляю мелочи на еду, на спиртное, правда говорю.
народу. Бухнуть всегда охота. Ну да. Но больше всего я не за то, что бухнуть хочу, а больше всего на еду хочу стрельнуть. А у тебя выпить-то есть еще? Да. Сивуха, блин. Да. Знаешь, чтобы водочки? Мотор. Мотор? Мотор плюс 6,9%. Черри. Мы будем с тобой угадывать. Аквариум. Вот, аквариум. Рыбы живут в аквариуме, а эти патлы живут тоже иаум. Аквариум, а тут иаум. Я не знаю ответ правильно. Ну, иаум. Иаум. Аквариум. Все. Аквариум. Сера. Не отвечает. Серари. Сераиум. Верно. Поехали дальше. Какие-то сложные вопросы для тебя все время достаются. Попробуем. Не могу. Давай. Демонстрация моделей одежды манекенщицами в процессе их движения по подиуму. Девахи, худые, либо мужики, вышли на подиум и идут. Вот так вот. Идут, так, оп, головой. Туда головой. Как это называется? И ты прям думаешь, какое у них импозантное. Это правильно говорится. Либо хуанце. Франц. Вас. Вот это французское слово. Подиум. Вот на подиуме ходят девки. Это подиум. По красной. Что это значит? Вот это вот их демонстрация. Как по-другому можно назвать? Подождите, дай мне напрягусь. Ребята. Напрягись. Подиум нет. Так. Шоу нет. Франце. Франце. Это по-французски, правда? Угу. В конце ле. Ле. Мисс Вселенной. Да ебать, ну что ты вот дурачишься? Мы серьезными вещами занимаемся. Нет, 1000 рублев ты можешь сейчас. Я знаю, подожди. Зацепись. Не подиум, это раз. Подиум, правильно говорю? Мясо бескостное, это как? Будьте любезны мне 1,5 килограмма вот курочки. Вот филе. Филе. А это показ этот. Демо. Ой, мучусь я с тобой. Я не знаю, мучусь ребята. Я с тобой. Подержи, пожалуйста. Вот на тебе соточку. За то, что ты с нами тут постоял, ты не выиграл. Я знаю. Лёх, давай это самое. Дай бог заканчивай, ты уже пить эту сивуху. Что можно? Давай, скажи что. Дай бог здоровья, всем счастья, ленинградцам. Которые у нас есть, держат матери нас в сердцах наших. Они нас не обидят, они нас родили, они нас не отнимут. Господь с нами всегда, в сердце и в душе. Давай, Лёх. Спасибо. Покида, покида. Давай. Спасибо вам, ребята. Давай. Давай. Итак, учимся, как заговорить с людьми на улице. Бонжур. Можно вас на минуточек, там, 2-3, там, может, 4, а может быть и 5. Поучаствуем в нашем шоу, сумасшедшее шоу на Ютубе. Ребята, я задаю простые вопросы кому-то из вас. Отвечайте правильно на них, я заплачу бабосиков немножко. А если неправильно? Ничего, домой дальше. Куда вот вы собрались сейчас? Гулять. Пойдете дальше гулять. Окей. Да? Окей, да? Классно мы выглядим, да? Четко. Как зовут тебя? Антон меня зовут. А тебя? Альбина. Альбина, не подсказывай, потому что мы сейчас разговариваем с Антоном, хорошо? Вопрос номер один. Бразильское национальное боевое искусство. Капуэра, возможно. А, нет, джиу-джитсу. Я думаю, что джиу-джитсу, мне кажется. Бразильское национальное боевое искусство. Второй вопрос. Театральное представление без слов, в котором чувства и мысли действующих лиц выражаются жестами, мимикой. Ну, я вот забыл слово, у меня крутится в голове. Улыбаешься, да, вот такие бывают. Ну и пускай это будет бонус. Бонус, да, бонус, да. Бонус, бонус. Как? Мы это вырежем, как? Это была пантомима. Какой ты умный, брат. Дальше.
прибор для измерения силы электрического тока? Амперметр. Вопрос номер 4. Танатофобия. Чё это? Хрен его знает, чё это. Ты же знаешь, что такое танатофобия? Нет. Есть варианты ответов. Итак, вариант номер 1. Это, не предами будет сказано, боязнь обосраться. Угу. Может быть. Возможно. Возможно, да. Страх секса. Просто боишься секса. Танатофобия. Угу. Страх смерти. Банальная хрень. И четвертый вариант. Боязнь наготы. Боишься оказаться голеньким, ну, случайным образом. Танатофобия. Давайте порассуждаем, господа. Обкакаться. Почему бы и нет? Боязнь прилюдно обосраться. Секса. Боишься секса? Что там было? Смерти? Боязнь смерти. Да, и последнее, что было? Что было последнее? А, наготы. Да. Боязнь наготы. Сложное определение. Таната. Таната, таната. Что такое таната? Ну пусть это будет боязнь наготы. Это ваш конечный ответ. Можно позвонить кому-нибудь. 50 на 50. 50 на 50 нету. Уже был там такой 50 у вас, да. Пантомима уже была, как говорится. Ладно, пусть это будет. Уверена? Да. Еще раз. Боязнь секса. Боязнь секса? Ладно, пусть это будет боязнь обосраться. Боязнь обосраться. Есть такая боязнь? Нет. Нет? Это окончательный ответ? Да. Правильный ответ? Танатофобия – это страх смерти. Печаль. Беда. Я не знал. Здравствуйте, дамы. Можно у вас… Не знаете, нам некогда. Некогда, да? А девушка хотела. Пойдем отсюда. Зачем? Сейчас будут спрашивать про всякую там эту политику или еще что-нибудь. Эти блогеры, блогеры, они пидорас. Тамара, пойдем, пойдем быстрее отсюда. Здравствуйте, можно вас отвлечь на несколько минут, мгновений, секунд или часов, фиг знает. Вот так и крутится, вертится у нас. Что за люди? Вот вы говорите, снимай видосы со взрослыми людьми. Взрослые люди просто не вписываются. Просто... Девушка, здравствуйте. Давайте поучаствуйте в нашем шоу на Ютубе. Давайте. Ну, так здорово. Знаете, почему здорово? Нет. Не знаете? Я сейчас расскажу. Потому что тяжело найти человека, который заговорит с бородатым мужиком, когда снимается вот эта вот камера, когда вот это вот елдень вот это передается. Люди не хотят. Почему? Не знаю, что-то своими мыслями. Здравствуйте, можно? Иду, даже не оборачиваюсь, понимаешь? Ну, может, многие в наушниках идут. Я в ухи заглядывал им. Не было ничего? Как звать и величать? Лиза. Сколько годиков, если не секрет? 23. У нас сумасшедшее, прикольное, модное, молодежное шоу. Жека зовут меня. Задаю вопросы простые, а за ответы плачу бабосы. Вопросы бабосы. Классно я придумал? Классно. Такого не делает вообще никто. Никогда в жизни в Ютубе этого не делал. Я все придумал. Сечешь? Гениально. Даже если кто-то и делает, то там это все... Не то. Конечно. Ни о чем вообще. Хотя я очень тупорылый, если честно. Я такая же. Ну и пофигу, правильно? Андрюха хочет узнать, где ты учишься. Консерватория петербургская. Так, что это за мужик? Лев Николаевич Толстой. Поехали дальше. В греческой мифологии всадница, воительница. Не знаю, все плохо. Да ну брось. Ну, серьезно. Плохо? Как ты думаешь, ты думаешь, для чего еще я тут тусуюсь, вот рядом с тобой? Узнавать новые вещи? Чтобы делать тебе рейтинг. Подсказки. Крутейшие подсказки. Ты любишь. Эти, как его, как их этих называют, комиксы? Нет. Чудо-женщину не знаешь? Она воительница, всадница.
Если б я помнила, как... Есть такая река в Америке. Я правильно говорю? Просто мне так кажется, что там есть. Я точно не знаю, но мне кажется, что она там есть. Наверное, я не упреждаю. Наверное, есть такая река в Америке. И вот этих... Чудо-женщин. Чудо-женщин зовут тоже так вот. Как река. Как река. Если бы я помнила, как ее зовут, было бы прекрасно. Ну вот, например, ты понимаешь вообще, как они выглядят? Да, конечно. Если взять Амазонки. Там... Амазонки. А река есть такая? Да. Сечете? Я все-таки соображаю немножко своей башкой. Dance. Сейчас будет песня. Нет, тут кто-то угадывает. Смотри. А ты где учишься? В консерватории. А, давай. Спрячь за высоким забором девчонку, выкраду вместе с забором. Спрячь за высоким забором девчонку, выкраду вместе с забором. Как думаешь, по национальности, это... какой чувак это? Ну, не по национальности, а вот... Это цыган. Нет. Молодой цыганенок. В этом кино он заходит в такой бар, можно так... такой советский бар. Ну, вот я говорю, советский фильм. Такой 16-15 год, там, нашей эры, 1900, да? Он заходит в этот бар, там все... Он говорит, на-на-на-на, и там все... И он, короче, затевает драку, все... Он был неуловимый, потому что он кто? Неуловимый цыган. Он неуловим. Ты реально не помнишь этот фильм? Ты не смотрел этот фильм? Не знаю. Так. Это советский фильм. Это советский фильм. Эти чуваки неуловимые, но в современной, как говорится, мифологии, там девка, цыган, четырехглазый, бильярдист. Ну вот их трое, которые украли невесту, это из того фильма, нет? Которую украли невеста. Ну, не невеста. У нас был такой вопрос сегодня. Нет, это не кавказская пленница. В этом фильме есть два слова. Неуловимые, а есть другое слово. Логично. У Марвел есть такие ребята, а не отряд. Мстители. И поэтому называется... Неуловимые мстители. Dance. Дофига разных слов, значение которых, честно говоря, я, например, хрен его знает. То, например, слово «скабрёзный». Есть такое слово «скабрёзный». Серьёзно? Значение этого слова я не скажу, потому что я его не помню. Но есть еще одно слово «скарёдный». Скарёдный? А может быть «скаредный» или «скаредный» или «скаредный». Ну мне кажется, «скарёдный». В мере «скор» там какой-то корень, который наверняка связан с какой-нибудь скоростью. Нет! Погоди. Это слово что-то означает. Причем это не современное слово. Это прям такое, прям слово-слово такое. Хрен поймешь. Короче, варианты ответов. Что такое «скарёдный»? Это нервный, брезгливый, скупой, обоссанный. Нервный, брезгливый, скупой, обоссанный человек. Скорёдный. Ты идешь, и я такой: «О, Лиза, ты какая-то сегодня скорёдная». И смотрю на твои штанишки. Потому что ты что? Я забыла вариант. Сиканула случайно, обоссалась. Это как один вариант, понимаешь? Да. Кто его знает? Либо говорю: «О, Лиза, ты скорёдная сегодня». Потому что нервная. Да я не психопатка с утра. Дай кофейку так глотнуть, пожалуйста. А ты говоришь, лысого тебе, скупая была. Я такой: давай сейчас там, ну, так говорится, а ты говоришь: нет, извините, я вот с бородатыми них-них-нах-нух, брезгую. И сопли у тебя, скажи, висят, это все торчит, и фу! Скорёдный, да? Скорёдный, да. Хочешь, позвоним кому-нибудь? Брезгливый, мне кажется. Брезгливый? Угу. Позвоним кому-нибудь? Нет. Все сдают экзамены сегодня. Никому звонить? Нет. Мама? Мама в Германии. Папа? Папа нет. Нет, в смысле, что просто я не знаю. Они развелись. Поэтому я не знаю папа. Вообще? Да. Такое бывает? Да. Серьезно? Да. Мне тоже так. Ха, классно! Йоу! Не видела ни разу его? Нет. Я тоже! У-ху! Передадим привет? А может, они уже померли? Кто их знает? Кто? Нет. А, живой? Конечно. А ты знаешь?
Да. А я не знаю. Царство, как говорится, твое небесное. Ну, какой там правильный ответ? Ну, я предположила. Предположила, а я говорю а я, тебе, знаешь, что нет. А я тебе даю право на ошибку. Не брезгливый. Ну, обоссанный мне не нравится. А можешь слегка сиканул, знаешь, бывает такое, когда просто кружочек, ну, как бы не полностью штанишки. Всякое бывает. Да, у малышей так бывает. Ой, не только у малышей, поверь мне. Всегда хожу с этим пятном. Ничего с собой поделать не могу. Грустно. Отец. Может, скупой? Итак, вариант. Скупой. Dang it. Специалист по управлению, запятая, вождению и обслуживанию летательных аппаратов. Пилот? Нет, он не только на них летает, он их обслуживает. Сейчас, подожди, еще раз посмотри, что он с ними делает. Нет, смотри, летательных аппаратов. Какой-нибудь механик. По управлению, вождению, обслуживанию. То есть он прям такой. Специалист. Соображает всему. Прям, да, конкретно. Мастер, фломастер. Кино такое даже есть с хорошим актером. Мне нравится этот актер, очень нравится. Прям он молоденький был, когда в этом фильме снимался. Очень молоденький. Обидно, что он, конечно... из этих, но все равно я его очень люблю. Он Оскара получил не так давно, причем за фильм такой, честно говоря, ну так себе. Ребята, «Выживший» был фильм так себе, скажу вам честно. Да. Фу, мне не понравился этот фильм. Ди Каприо заслужил «Выжившего» Оскара очень давно. Ну, как родился, он уже заслужил этого Оскара. Да, Лео снимался в фильме, который даже так и называется. То есть мало того, что он был этим чуваком, который был специалистом. Я поняла, там, который все переделал. Ну, короче, я поняла, про какой фильм. Да, слово оно такое, как бы, не, оно не сложное. Да, поэтому но если по бы буквам... я была умной, я бы сказала. Но, к сожалению, ты тупорылая, да, согласна. Поэтому это печально. Да? Да. К сожалению. Давай, это пятый вопрос, сейчас ты на него угадываешь и получаешь ловешку. Я подсказал тебе, как только мог. Я считаю, что... Я обычно еще по буквам подсказываю. Прям так говорю, первая буква, там, знаешь, там, Б. Но сейчас я думаю, что так делать особо не буду, потому что, ну, и так уже, как первую бы. Первую букву он тебе правильно. На А, я только... Чувствуешь, как я хочу, чтобы ты победила, да? Авиа какой-нибудь. Ну, естественно, продолжай. Логично. Да. Раз это с летательным аппаратом. Естественно, да, ты уже все сказала. Давай только возьми это слово, скажи и все. Тут я даже не знаю, что сказать себе. Все, я умолкаю. Итак, специалист с вот этими всякими летательными аппаратами, он а? Авиамастер какой-нибудь. Нет. Я знаю первую часть. Авиа. Естественно. Авиаселс. Реклама пошла. За которую нам не платят. Поэтому лысого вам, ребят. Никаких авиаселсов сегодня не будет. Реклама сегодня по бартеру, кстати. Да, все увидите сегодня, да. В этом выпуске будет реклама. Как ты думаешь, чем мне заплатили за рекламу? Я не буду озвучивать. Озвучь. Да. Натура? Да. Вот. Жильем. Все увидите. Интрига? Авиа. Авиа. Сейлс. А ты куда идешь? Я? Да. Вообще я шла в сторону Балтийской. Хорошо. Ну, что там с авиата? Пешком? Пешком. Охренеть, блядь. В сторону Балтийского метро, вокзала? Вокзала, да. Ёб-макарёк. Балтийского... Это километров 5, наверное. Не знаю, на нет. На водном канале. Да. Ну, так это фигачить надо. Тяу-тяу-тяу-тяу-тяу. Нормально? Нормально. Холодно. Ну, давай. Елизавета. Не знаю. Авиа? Авиа. Елизавета, ну все. Ну давай. Все, да? Ну, блин, жалко, конечно. Да, я жалко. Знаю. Авиа? Тор. Авиатор? Все. Не судьба, не судьбинушка, красавица. Да? Ну все, Елизавета, тогда прикосновения. До новых встреч. До новых встреч. Пока. Прекрасного дня. Прекрасного тебе дня, да. Ну все, пока. До свидания. Прекрасного дня. Вам тоже. Пока.
вас прекрасная шуба, она просто так будет шикарно смотреться у нас в кадре. Надолго это будет? Я не ела сейчас. На 4 минуты. Поехали. А, все. Да. Итак, как вас зовут? Всего лишь Рубосиков. Анастасия Юрьевна. А как вас зовут? Андрей. Андрей, не подсказывайте, хорошо? Блин, не подсказывайте, хорошо? Анастасия Юрьевна, вопросы еще не начались. Are you ready? Are you ready? Hope you're ready. Я всем два краба закидываю. Я сейчас нахожусь за городом. Снежочек. Очень все хорошо, холодно, минус 20. Елочку покажу. Вот елочка. Здесь есть елочка, смотрите. Посмотрите, а это домик, в котором вчера мы тусили. Ой, как тусили. Был и денсинг, был ту-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 ту. Сейчас утро. Я сейчас проснулся, недавненько. Мы баньку сейчас затопили здесь. Зачем все это говорю? Я рекламирую это местечко, потому что я здесь тусую. Ну, короче, как было дело? Звонит мне, короче, пацан. Я не знаю, парень, наверное, молодой красивый парень, звонит, пишет мне на почту, говорит, Женек, прорекламируй наш, говорит, семейный, как говорится, бизнес. Мы здесь в поселке Сиверский, это гатчинское направление. От дома я ехал, 80 км мне надо было. Это немного, ребята, это немного совершенно. Меньше часа. Здесь хорошо, меньше часа ехать, да. С другого конца. Так, ладно. Не отвлекай меня, пока я в кураж вошел в это. Так, во-первых, недорого. Скажу честно, недорого. Если бы мы поехали в сторону, там, я не знаю, Выборгского направления, там коттеджи бы стоили бы на два дня бы, ну, 40, 50, 60 тысяч рублей. Здесь вот такое вот бунгало, которое на 8-12, а может еще и 14 человек, выйдет в 20-25 кусочков на выходные, пятница, суббота, воскресенье. По бабосикам это адекватный ценник, поверьте мне. Это бонус еще и от меня выйдет. Вот промокод. И какая скидка, я еще не добазарился. Но здесь она уже написана. Я не знаю, сколько это будет процентов. Я сейчас не знаю, но вот типа уже знаю, когда этот видос снимается. Вот она написана. По промокоду Негодяй ТВ вы можете забронировать с вот этим вот скидосом. Коттедж не один. Коттеджев у них тут дофига. Штук 5. Или 6. Нам достался этот домик. Да, есть другой домик. Да, вот такой вот. Такой. Музончик там, колоночка. Микрофончик вчера воткнули. Караоке дали-дали. В описании есть, как говорится, все, что нужно. Внутренности показывать сейчас не буду, потому что там, сами понимаете, наблево, набоссано, обосрано. Девчонки отдыхали вчера. Все. Вопросы очень простые. А что это за молодой человек? Лев Толстой. Согласна? Почему это молодой? Ой, да. Ну да. Здесь ему всего 19 лет. Вопрос номер 2. Да. Одичавшая домашняя лошадь, привезённая европейцами в Северную Америку. Домашняя лошадь. Еще одичавшая. Одичавшая. Господи. В Северную Америку. Перевезли, вот Вазирин там, не знаю, на даже чем не Вазирин. В Южную. Породу лошади, что ли, надо? Ну, или это в чем-то прикол? Никаких приколов, какой-то. Никаких подвохов ничего нет. Все на слуху. Там не будет слова такое, там, не знаю. Я не знаю жабам-ген. Породу лошадей вообще. Да я не знаю. Откуда я знаю? Я тоже не знаю. Автомобиль такой есть. В той Мустанг. Же... Мустанг? Подождите. Такой есть автомобиль? А Мустанг это не лошадь, что ли? А ведь это правильный ответ. Dance. Музыкальная. Да. О, такая. А подворот не нас ждет мания. Серьезно? Конечно, логотип. Wow. Парочка простых и молодых. Так, ребят. Музыкальная прошла на ура. Сколько вопросов всего, два, скажите? Два, пять вопросов. Осталось два, да. Дислексия, что это? Что-то связано, что ли, с речью, деформация какая-то. Вот я не помню, дислексия. Или это с плодом, когда плод перерожден не туда. Есть варианты ответов. Есть варианты ответов. Итак, вариант номер один. Там. Это нарушение слюно-щитовидной железы. Вариант номер два. Это обкакивание при пуке. Как еще раз называется? Два варианта всего. Дислексия. Всего два? Нет, еще есть третий. Вот именно. Третий вариант – это когда это… Пысать.
не получается. Тяжело это писать. Это не так называется. И дислексия — это нарушение способности читать и писать. Вот, я же вам сразу сказала, деформация речи какая-то. И все вы знаете. Ну что, неправда? Все вы знаете. Мне тут вовре... Все верно. Неправильно? Все верно. Правильно. Все я верно. Сразу ответила, а зачем все верно. А зачем я их придумывал сегодня все утро? Хорошие. Просто так, что ли? Базара нет. Хорошо, продолжаем. Dang it. Последний вопрос. Театральное амплуа актера, заключающееся в исполнении переодетым персонажа противоположного пола. Бинго! Я знаю, слово, но забыла. Подожди, еще раз повторите. Ну, кто грубо, женщин переодевается? Либо мужик. Травести. Типа. Они? Dance. Колбаску подержите. Тупой еще тупее не состоялась премьера. Прошу, понятно. А надо в руки нельзя, кладите на шубу. Плохая примета. Прям на шубу? Ну, на шубу, я, на шубу. Я заберу. Вот так вот. Отдам вам микрофон. Красиво, зато, видите, так, взять деньги в руки. Хотелось бы поподробнее. С да. которыми секса не будет никогда, у них нельзя брать деньги. Ну, даже с которыми есть, лучше самой работать, зарабатывать, как я, собственно, и делаю. Комментарии хотите от меня? Я потрясена, вопросы потрясающие. Не каждая женщина моего возраста ответила бы в таком состоянии, как я, без сна. Вы не спали всю ночь? Я не да? спала двое суток. Жизнь. Я летела оттуда, откуда лошадей вы привозили. С Северной Америки? Я живу не из Северной Америки. Из центральной прям столицы. Из центральной столицы? Из Яблока я летела. Ой, как я ни хрена да, не... Да, из домой. Нью-Йорк? Нью-Йорк. Нью-Йорк, Нью-Йорк. Манхэттен прям? Концерт вы сейчас сдала, видите, все закрыто. Да. Да? И что вы там в Нью-Йорке делаете? На шубы летала, видите? Вы же заценили. Красивая, красивая шубейка. Ничего, что она да. мне не идет. Типа того, она большая. Не, а цвет глаз? А глаза так вот, как очки. Сейчас. Просто там глаз нет, просто лучше да? не смотреть. Это вот снимают это все? Да, конечно. Я вообще думаю, что эти блогеры просто развелось. Терпеть не могу этих блогеров. Не, я их не видел никогда. Да? Не давал никогда интервью. Я Жека. Слушайте, ну приятно. Женя, мое любимое имя, как моего парня зовут. Приятно познакомиться. Прикол. Хочем прикол? Жена у меня есть. Анастасия Юрьевна. Ну, это судьба. Ребята, вы потерялись? Так у меня парень иностранец сейчас в Париже, так что мы свободно с Андрюхой гуляем. Пока он нас тут не засек. Да? По Ютубу не определил. Как парня зовут? Евгений Алексеевич. Ожен? У него... А? Ожен. Это что? Франце. Нет, Франц. Он русский, Ожен. Там живет, родился там где-то там в Европе, не знаю где. Может, его и концов-то не найдем после этого видео. Скажет всего доброго, все понял, ты мужиков обнимаешь чужих. Анастасия Юрьевна, привет. Хорошо. Что мы еще должны отдать вам? Какие долги? Где ключи доставать? Ключи от чего? Поехали. Мы уезжаем жрать. Вон машина моя голубая, видите? Голубенькая шуба красавица. Шуба такая, машина голубая. Я ее сама собрала, кстати. Что вы дрожите? Надо шубу вам в Манхэттен сгонять. Уже купить. Снимаем целый час. Уже честно? Отморозили ну, все кульчатки. Ну, вы офигели, я одна ответила на вопрос, на все или нет? Да, пока еще одна. Были такие пока люди, одна. Знали, кого брать. Спасибо вам, Анастасия Юрьевна. Спасибо вам. Очень... А где посмотреть, ребята? Называется вся эта шелупень «Негодяй ТВ». Ну, находится это в Ютубе. Да? Я тебе скину. Так ты же забудешь через минуту. Скину тебя ссылку. Сейчас кидай. Девчонка получила, значит, а сколько это долларов? 10? Это фигня. Фигня вообще. Для вас, для американцев, это просто 13. Перхоть. Ребята, все равно приятно. Для американцев. Первый день дома, и такая радость. Мы вон Мак приехали, думали, столы хотя бы открыты. Нихера. Ну что трясет-то, да Жень? Холодно, надо холодно, это. Серьезно, ты холодно оделся. Да? Надо потеплее. Не знал, что так все будет долго происходить сегодня. Так уезжайте сегодня. Же домой, что то ловить-то? Лучшее выступление в вашей жизни, если бы еще вы голос... Вы день такой выбрали, конечно. Так, ну ладно, ребят. Давайте, спасибо большое, начнем. Всего доброго. Давайте, берегите аллилуйя, себя. Порта Марта Тересита. Давайте, ребята. Хочется, конечно, поблагодарить вас всех родненьких, вот моих, за то, что вы пишете комментарии такие хорошие. Я же ведь, думаете, не читаю комментарии? Нет, я все читаю. Все словечки, которые вот прикольненькие вы там пишете, все это я в душу свою, как говорится, внутрь глотаю и перевариваю все это. И жизнью потом радуюсь. Поэтому спасибо. Кто не в теме? Есть по-любому те, кто не в теме. Ребята, посмотрели видос, про себя подумали, нормально, то, что подумали нормально, этого мало, лайк этот, воткните в него хорошенько, прям вот вдавите вот в экран туда, чтобы этот лайк поставить, комментарий напишите, не знаем, что писать, я сейчас все скажу, что надо написать, Анастасия Юрьевна, 140 тысяч этих, да? Кого? Это ваш Негодяй ТВ? 140 тысяч чего? Ну, людей подписано. Это у нас столько народу там уже? Да.
Ну, посмотри, все 140 тысяч в комментариях пишем «коклюш». Так, я согласна. И что, все? Эпидемия коклюша теперь? Сначала все делаем красиво, там, Жека, ты красивый, харизматичный, да, все очень лучший. Заходит офигенно. А в конце «коклюш!» Да? Ну, это я будет не четенько, знаю. Я Может считаю. Может быть, это вам виднее, я а не вот, блогер, а, у когда, меня тяжелая когда работа. Анастасия Юрьевна, можно на ты, Анастасия Юрьевна? Когда ты будешь смотреть этот видос, ты посмотри, сколько людей написали «коклюш». Да? И все, знаешь, кто? Замечательные святые люди. Серьезно? Подписчики мои, да. Я ничего про это не знаю. Слушай, я тоже не знала, как это узнала. Только Амирана и все, лично. Серьезно? Да, и всех этих там бандураган. Но они же все в Москве, ну он сейчас в Штатах у нас. Ты с ним там Вась-Вась, да? Не дай бог, что вы. Я про... У меня же парень. Я все как бы культурно. Вась-Вась, типа там, ты о, здорово, Амиран, здорово, братан. А, там, ну да? Типа да. Да. Вот, и я просто не видела блогера в России ни разу. Да? А он говорит, 140 тысяч, это неплохо. Я говорю, пойду, Женек там не убежал случайно никогда. Ты закрыл? Нет. Но я тебя зачем оставила там? Слушай, а давай мы тебя окучим быстренько. Давай ответь вдруг на вопросы. Ты тоже тыщенку сейчас поднимешь, да. Ты закрыл тачку? Нет. У меня давай. Тут зад, блин. Так надо по-любому еще туда. Одного. Я ж тупой. Она умная. Это была, же замечательно. Сейчас музон будет, да? Союз, запятая, объединение. Как по-другому можно назвать всю эту... всю эту историю. Анастасия Юрьевна не подсказывает. Богадельню назвать. Богадельню, богадельню, да. Вариантов может быть миллион, но у меня один вариант. И никого это не колышет, потому что это мое шоу. Правильно я говорю? Все. Союз, объединение. Объединение стран. Одним словом, да. Я думаю, 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 думаю. Потому что ты мне такие вопросы задаешь. В голове сразу вариантов так много. Так, кидай, 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 кидай. Кидай все варианты, кидай. А глядишь, какой-то вариант и будет правильным. Альянс. Ну, как? Кроме как альянс, у меня вариантов нету. Это так написано у тебя? Ну, это так написано у меня, а да. Музыкально, не подсказываем. Слушаем песню. You would never know. I would never show what I feel, what I need from you. No, 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 you would never know. I would never show what I feel, what I need from you. No. Не, я не вспомню название. Ты пела отлично. Название топ. Я вообще нет по этим песням. Ты спел лучше, чем оригинал. Черненькая такая. Черненькая. Сыпенькая. Спел отлично. Жень, я специально... Блин. Не, пок... я ее знаю. Я знаю песню. Знаю, и! Название не знаю. И! Подскажите. Название нет. Бабы, которая поет. Ой, нет. Има, има. Нет, нет, не помню. Нет, нет, нет. I will never show. Так, краткое изложение содержания книги. Статьи. Опись. Сись. Ну что, зенки-то свои выпущены. Содержание. Нет. Краткое содержание книги. Да, краткое содержание книги. Вот фильма краткое содержание. Ты читаешь на сайте, на поиске? Нет, ну это будет типа трейлер. Но в книге не подойдет. В книге... Аннотация. Ой. Да, чувствуешь? Было. Ты знала этот ответ? Ну, конечно. Конечно, господи, конечно. Этот видос заканчивается. Все, подошел он к концу. Спасибо всем подписчикам, которые зрили. Написали чудесные комментарии. Вообще от души всех Вась целую. Красава. Мы пишем душевные слова мне какие-то. А в конце говорим «коклюш». Коклюш! Классно я придумал ее? Перед этим ставим лайкосики. Лайкосики это по-любому. Кто не шарит, знайте. Просто нажимаете красную кнопку и все будет работать. Давали люди. Умная я, да, вообще даже слишком. Под этим видосом. Переводим деньги Евгению, как ваше отчество? Борисович. Евгений Борисович, пожалуйста, на credit card, вот это все туда, куда Бодрову переводили в Нью-Йорк. Туда же ему, пожалуйста, переведи чуть-чуть. Хороший парень, реально. Да, да. Делает да. Нас чуть-чуть нашу жизнь веселее. А, донатики, правильно? Анастасия Юрьевна, красава. Ну, конечно, деньги, да. Чё, я же спросил, бесплатно не буду да. Вопросов. Да не надо много.
Много не да, надо. Да, тыщенку, пятерочку да там, нормально. Да мы не помогаем, нормально. Просто да. Вот я когда кому-то отдаю деньги, у меня прибавляется в 3 раза больше. Да. Это закон, да. Конечно. Отдаешь богатому, прибавляется тебе. Полюбасу. Бедному так вообще будет да. Просто. Еще у тебя женек целыми днями стоит, минус 20 в Санкт-Петербурге. Кайлом машу, просто не покладаю ничем вообще, да. Понимаете? Хау. Ой, Женька, вообще. Что сейчас, куда едем-то вообще? Я еду сюда. Сюда? Я еду за угол там на дело, мне документы дали без да. Печати, и они поехали ну, печать понятно. Ставить, мне на работу надо. Все серьезно. Мани-хани там, клиенты у меня ну сидят. Все, и мы тогда снимаемся тогда. Все, ребят. А вы все, ребят, серьезно, холодно, надо же да, перебор. Да, да, валить надо, все, 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 ребят, спасибо, Андрюк. Давай нам звони, мало ли тебе нужен будет консультация какая-нибудь юридическая бесплатно. А вы что, юрист? Я адвокат, уголовный. А ты что, серьезно? Если уголовный? Если не дай бог, ребята примут за твои вот эти вот шоу. Звони, скажи, подождите, малиновую шубу сейчас вызову. Сейчас порешаем. Так а ты же в Америкосе. Что ты мне опять микрофон-то суешь, нас уже не записывают. Ты, да в смысле, я здесь, видишь, прилетела? Ну я так родилась-то ты уже тут. Все уже будешь здесь. Да пока здесь, пока по врачам да? Пойду с таким-то диагнозом, как у меня слишком умные говорят. Да? Иди лечись. Ну, Серёга, пиши телефон. Ну, давай. Андрюня, меня все, я поеду туда. Все, я пошел. Ты посмотри, мне рюкзак не спит. Ой, ёкарный бабы. Ты прям по уголовным делам, да? Да, подожди. Да я просто не одета, блядь, видишь, как гопник хожу. Шуба, конечно, у тебя не шутят. Сначала вы так идете, думаю, ну какие-то мажорики сейчас идут. Ну вообще звони, если мало ли. Так, 8-9. У нас есть бар караоке, сейчас закрыли на время. Я же так люблю караоке. Так я знаю, что певец, я же определил сразу по голосовым связкам. И где бар караоке? Пошила под язычным мышцам, можно определить сразу. Пиши 8-950. 8. Ты там не снимай давай, то у меня будут всякие пидорасы. Номер я-то что, не буду вставлять? Вот. Мой адвокат, да? Анастасия Юрьевна, напиши адвокат. Напиши сам, Женек, у меня тоже пальцы уже отверстие. Атя. Атя.